Добрый день, любители уютного тепла! Многие из вас, кто столкнулся с обустройством системы отопления своего дома, при выборе котла наверняка хотели бы, чтобы он отвечал ряду определенных требований. А именно, был компактный, надежный, безопасный, с высокой производительностью, универсальный и так далее. На сегодняшний день большинство этих качеств в себе воплотила продукция компании «Теплодар», а именно твердотопливные котлы модели «Купер». Нам задают много вопросов, как, из чего состоит котел, как он работает. Сегодня на многие из них мы попытаемся ответить. Для начала давайте разберемся, из чего состоит этот котел. Основным элементом является топка, которая выполнена из жаростойкой конструкционной стали. Вокруг топки проходит водяная рубашка. Внутри топки находится трубный теплообменник, состоящий из 12 труб, который обеспечивает дополнительный съем тепла и значительно увеличивает КПД котла. Сверху находится загрузочная дверка, внизу дверка растопочная и также заслонка-отбойник. Винт, регулирование положения створки, створка-поворотная, регулировка подачи воздуха, ящик зольника, блок тенов, колосник чугунный, козырек, распределяющий пламя вокруг трубного теплообменника и поворотный шибер для регулировки тяги. А теперь посмотрите, как это выглядит в действительности. Регулировочный вид, поворотная створка для регулировки тяги, растопочная дверка. Растопочная дверка утеплена базальтовым картоном и имеет уплотнительный шнур. Также жароотбойник. Отбойник-заслонка для того, чтобы не выпадало топливо, когда вы будете открывать дверку. Зольник для сбора отходов продуктов горения. Чугунный колосник. Сверху мы имеем загрузочную дверку. Загрузочная дверка также утеплена базальтовым картоном, имеет уплотнительный шнур. Внутри топки находится 12 труб теплообменника, которые позволяют увеличить теплосъем, а значит и увеличить КПД котла. А теперь о видах топлива, на которых может работать котел. Котел является универсальным, поэтому может работать на угле, дровах, брикетах. Также имеет 3 встроенных тена для поддержания температуры. Плюс ко всему, без дополнительных слесарно-сварочных работ возможно установить газовую горелку АГГ-26 или пилетную горелку производства завода «Теплодар», которая состоит из самой горелки, блока управления и бункера на 200 кг пилет. Такая горелка обеспечивает бесперебойную работу 20-киловаттного котла в течение 7 дней. Для безопасности закрытых систем отопления рекомендуется использовать имкосной гидравлический разделитель на 230 литров. Я надеюсь, что полученная вами информация поможет вам определиться с выбором котла для отопления вашего дома. Спасибо за внимание. До новых встреч!